Привет, Найт-Сити. Я снова с вами. Мой гость сегодня — лейтенант Сара Краковски, пресс-секретарь полиции Найт-Сити. Здравствуй, рад тебя видеть. Привет, Зиги. Спасибо, что позвал. Надеюсь, ты нормально добралась до студии. Ничего не случилось? Никто не напал по дороге? Нет, нет. К счастью, на улицах Найт-Сити сейчас безопаснее, чем раньше. Мы отмечаем снижение числа убийств с 7100 случаев в год до... Так, минутку. На улицах ты говоришь безопасно. А что с автострадами? Не поняла. Ты же слышала о перестрелке на съезде с трассы 1? Прошло полчаса, прежде чем патруль прибыл на место. Я слышал, в тот день было больше 700 выстрелов. Что случилось? Где сейчас находятся виновные? Подожди, Зиги. Полиция Найт-Сити отвечает за порядок и безопасность граждан на территории города. Сара, не стой. Всю эту ерунду мы видели в ваших пресс-релизах. Просто ответь зрителям. Когда уже они будут в безопасности? Когда им не нужно будет брать с собой оружие, даже при походе в магазин, и бояться за детей, отпуская их в парк? Полиция прилагает все усилия, чтобы... Ха. Смотри, как изворачивается. Тебя недавно взяли? Я помню, тут раньше стоял отвратительный хер, который был похож на мешок с гноем. Ну, мой дядя не то чтобы красавец. Зато если увидишь, точно не забудешь. Во-во. Я вечно. Не успею познакомиться, а уже жалею, что открыла рот. Ты думаешь, не надо говорить правду? Насчет правды не знаю, но это было невежливо. Зачем хамить, если можно промолчать? Поэтому я люблю путешествовать. Новые лица, другой язык, другие правила приличия. Ты все время развиваешься как личность. Так ты недавно в торговле? На самом деле довольно давно. У меня свой бизнес в Иркутске, Ленинграде, Вене и Глазго. Теперь вот решила попробовать и в Найт-Сити. Мне стукнуло 30, и дядя передал мне свой магазин, типа как подарок. Буду работать тут, пока не надоест. Что думаешь про наш город мечты? Как тебе тут? Очень круто. Все по-другому, по сравнению с Союзом. Тебе правда тут так нравится? Да, конечно. Вы постоянно стреляете на улицах, платите за первую помощь, за вызов скорой. Это страшно, но так интересно. Думаю, прикупить себе новый имплант. Ну что ж, значит, ты пришла по адресу.
Техники у вас немного. Ну да, тут не Нортоук. Но, как говорят многие мои клиенты, это лучше, чем ничего. Мне нужны услуги Рипера. Ну, тогда давай посмотрим.
зовут Дакота Смит. Если тебе нужна работа в пустошах, то ты по адресу. Я Ви. Спасибо за информацию. Главное, помни, тут тебе не город. Будь осторожна. Огонь и сила. Мне нужен имплант. Прямо к делу. Мне это нравится.
Мархаба. Покажи, что ты продаешь. Смотри, сколько души угодно.
Привет. Экстремальных видов спорта. В районе резко участились случаи похищения. И все, что
Пространством! На самом деле нас... Как бизнес, Мисти? Процветает? За 2 дня ты первая, кто сюда зашел. А до этого был курьер с пиццей. Дорогу спрашивал. Люди в этом городе утратили связь с духовным пластом мира. Но, в конце концов, это я здесь для них, а не они для меня. Эти карты тебе Джеки подарил? Помню, как он просил меня помочь выбрать колоду. Да, и колоду он подобрал идеальную. У нас с ней сильная духовная связь. Можем разложить карты для тебя, если хочешь. Знаешь, а почему бы и нет? Думая о недавнем Шут, это, конечно, ты. Вот спасибо. Шут символизирует начало пути. Ты полна энтузиазма, но не осознаешь ни своих способностей, ни опасностей, которые тебя ждут. Колесо фортуны. Опасность больше, чем ты думаешь. Она явится внезапно. Конфликта не избежать. Перевернутая колесница указывает на то, что опасность исходит от твоей любви к риску. Умерь аппетиты. Мак. Любопытно. Тебе встретится кто-то интересный. Кто-то харизматичный. Может, даже человек, которого ты полюбишь? Сложно сказать. Как бизнес идет? Да знаешь, не жалуюсь. Корпораты ко мне теперь не лезут. Арасака снова набирает себе наемников. А значит, я тоже без работы не сижу. Повезло тебе с Мисти. И помогает, и нытье твое терпит. Да, что сказать. С аренды я уж точно не прогадал. Вот именно. Думаю, мало кто в Найтсити может сказать про себя то же самое. Дожив до моих лет, неизбежно теряешь иллюзии. И жить становится куда проще. Я подумываю поменять хром. Есть что новенькое? Есть кое-что.